мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Республика накануне отпраздновала Международный день труда. В праздничный день 1 мая столица Тувы продемонстрировала свои достижения во всех отраслях, чествуя своих героев, рабочих и служащих разных профессий. Сотни трудовых коллективов и организаций прошагали сегодня по главной улице Кызыла. На Первомайском параде участвовало более 3000 человек. От национального парка до площади Арата прошли колонны врачей, строителей, коммунальщиков, финансистов, золотодобытчиков, а также энергетиков, связистов, педагогов, студентов и волонтеров. Они несли яркие лозунги и пели песни, призывающие к миру. Мы потомки тувинских добровольцев, героически защитивших Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Ура! Приветствую колонну добровольцев Республики Тыва. В ней идут представители активных волонтерских организаций нашей республики. Возглавляет колонну Республиканский штаб волонтеров и Центр молодежных инициатив, которые работают при Министерстве по делам молодежи и спорта Республики Тыва. Ура, товарищи! Ура! Участников шествия и жителей города с праздником весны и труда поздравил глава региона. Он отметил, что 1 май – один из самых любимых праздников всех поколений россиян. 1 май, конечно, праздник вашей юности, напоминание о вашей трудовой славе. Многие из тех времен сейчас возрождаются. Трудовые субботники, студенческие строительные отряды, наставничество, конкурсы профессионального мастерства – гордость и престиж трудового человека. И мы делаем все, чтобы сберечь это наследство, сохранить ваш задел, восстановить и достроить все начатое вами, обеспечить вам почет, достойную пенсию, комфортную жизнь. Гарантия тому – неразрывная связь поколений. Вот эти молодые люди, которые стоят перед вами. Посмотрите, как много на этой праздничной площадке молодых наших земляков. К ним, школьникам, студентам, участникам республиканского фестиваля «Профи», молодым специалистам обращены наши с вами надежды и планы. Я от всей души желаю вам, чтобы у каждого из вас была возможность получить образование и профессию там, где вы хотите. Найти работу по душе, достойно зарабатывать, чтобы содержать семью, трудиться на благо страны и малой родины. Завершилось шествие праздничным концертом с участием творческих коллективов города и республики. Также на главной площади столицы развернулась первомайская ярмарка, где можно было приобрести все от кондитерских изделий до саженцев и семян. Глава Тувы принял участие в работе окружного совещания под руководством полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйло в режиме видеоконференц-связи. Речь шла о реализации в регионах Сибири закона об отходах производства и потребления. В рамках новых требований правительства Тувы разработаны все необходимые нормативно-правовые акты. Утверждены территориальная схема обращения с отходами, сформирована дорожная карта по реализации федерального закона, разграничены полномочия между органами государственной власти республики и муниципалитетами на законодательном уровне. Установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Определен порядок заключения соглашения между уполномоченными органами и региональными операторами.
Так, в рамках территориальной схемы и госпрограммы планируется создать 60 новых объектов, 2 межмуниципальных комплексных полигона, 12 мусороперегрузочных станций с элементами сортировки, 46 площадок временного накопления отходов. Региональная государственная программа в области обращения с отходами на основе раздельного сбора оценивается в более чем 1,5 миллиарда рублей. Однако малочисленность населения, низкий уровень доходов граждан все еще остается одной из главных проблем в реализации федерального закона. Отмечается, что общий объем твердых бытовых отходов оценивается всего в 541 тонну в год. Учитывая фактически создание с нуля инфраструктуры и обращения с отходами, инвестиционная составляющая будущего регионального оператора существенная – более 500 миллионов рублей. Экономика процесса сбора и утилизации отходов складывается не в пользу граждан. 11 мая Минстрой Тувы проведет день оказания бесплатной юридической помощи населению по вопросам строительства и жилищно-коммунальной сферы. Общественная приемная будет работать с 10 до 15 часов без перерыва на обед. Кроме того, предусмотрена возможность получения онлайн-консультации с помощью функции «Написать сообщение» в официальной группе министерства в социальной сети ВКонтакте. Также по телефону 244-11 до 11 мая принимаются заявки от граждан на выездные консультации для маломобильных групп населения. У 4 миллионов россиян с 1 мая повысилась зарплата. Минимальный размер оплаты труда подняли до 11 163 рублей, сообщает издательство «Российская газета». Таким образом, минимальный размер оплаты труда сравнялся с размером прожиточного минимума за второй квартал прошлого года. И теперь минимальная зарплата будет подниматься ежегодно наравне с прожиточным минимумом. Если ПМ будет снижаться, минимальная зарплата будет оставаться неизменной. Ниже ее не сделают. Это уже второе повышение МРОТ с начала этого года. С 1 января он увеличился с 7 800 рублей до 9 489 рублей. Рост зарплаты приведет также к повышению пособия по беременности и родам неработающих женщин. И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля, евро 75 рублей 21 копейка. Впервые в Кызыле. Выставка живых тропических бабочек. Летают и даже садятся на руки. Ежедневно с 11 до 19 часов в Национальном музее. С 27 апреля ежедневно, без выходных, в Национальном музее контактная выставка рептилий и пушистиков. Фото-видеосъемка бесплатно. Апреля около 11 часов правоохранительные органы Тандинского района республики поступило сообщение об обвале породы Межигей-Уголь. По данному факту региональным следственным комитетом организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, нарушение правил безопасности при ведении горных работ. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 30 апреля текущего года на горном участке, где произошел обвал породы, было задействовано 12 человек. Около 10 часов на участке произошел сбой работы горного комбайна, после чего работники покинули место работы. Из объяснения очевидца следует, что во время осмотра комбайна начальником участка произошло обрушение. На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность. Отрядом горных спасателей проводятся все возможные мероприятия, направленные на спасение пострадавшего. В настоящее время по сообщению проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. И по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Три подростка, которые находились на лечении в республиканской детской больнице после отравления неизвестным веществом, выписаны домой. Также из токсикологического отделения резбольницы номер 1 выписан еще один подросток. Второй готовится к выписке после первых майских праздничных дней. Двое детей, направленных в Красноярскую краевую поликлинику, тоже готовятся к выписке 3 мая. Двое из них еще продолжают оставаться в Красноярске на лечении. В состоянии здоровья детей отмечается значительное улучшение. Напомним,
17 апреля в селе Таргалык Лукхемского района произошло массовое отравление неизвестным веществом детей 2003-2004 годов рождения. 9 несовершеннолетних были доставлены санитарной авиацией в Республиканскую детскую больницу и токсикологическое отделение Респбольницы номер 1. В Туве на базе Тувинского строительного техникума открылся первый студенческий торговый центр в рамках реализации проекта «Сеть учебных производств» Министерства образования и науки Республики. В техникуме предоставлены продукция и товары, изготовленные студентами средних профессиональных организаций региона. Ассортимент торгового центра самый различный, начиная от овса, выращенного студентами Сарыксепского техникума, до стульев, скамеек и различных предметов быта и многое другое. Любой желающий может прийти в торговый центр и поддержать местного производителя. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении года театра в 2019 году, сообщает информационное агентство РИА Новости. В субботу на встрече с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным президент обсуждал театральные вопросы. Глава Союза высказал пожелание сделать 2019 год в России годом театра. Это предложение поддержал Путин. В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации год театра, говорится в тексте указа. Российскому правительству поручено до 1 июня создать оргкомитет по проведению года театра и утвердить его состав. Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению года театра. Властям регионов также рекомендовано осуществлять мероприятия в рамках года театра. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше.